Доброе всем. Доброе утро. Что-то камера не слышно, как включать. Ну-ка, сейчас разберусь. Вот теперь слышно. А то не пойму, включила, не включила. Она же у меня не зеркальная. Так, я завтракаю. Чем я завтракаю? Где у меня хлебушек? Вчера ночью, представляете? Где-то уже в 10, в 11 часу звонят в дверь тут. Я так странно удивилась. Думаю, что это? Кто это? Ай, мама, что это? Ай, мама, кто это? Кто смотрит ТикТок, тот в курсе. Потому что если кто-то пришел с улицы, то обычно звонят в домофон, да? А тут в дверь. Я открываю, а это сосед наш оттуда. И такой весь засмущенный, в маске, с ребеночком. У них двое детей, один постоянно, который плачет. Ну, не постоянно, но плачет. Вот, и такой. Можно я перелезу через вашу крышу? Я ключи дома забыл. А, видимо, он собрался куда-то с ребеночком, вот, и, ну, наверное, за мамой, то есть за женой. И вышел, наверное, и дверь у нас тоже так было. Мы тоже через соседей прыгали. Муж однажды, я как-то рассказывала, он мне позвонил, говорит, у тебя ключей нет? А, ключи, он, не мало того, что он их дома забыл, он их в двери оставил. То есть никак не зайдешь, и я говорю, прыгай, иди. Че? И, в общем, такой, да, говорю, это, подожди, сейчас собаку спрячу, потому что там ребеночек маленький, он же пойдет крышу, про ребенку, наверное, года 3-4, вот так. И я говорю, включил ему свет, у нас там лестница есть, хочешь лестницу поставь, как, ну, темно, потому что мало ли свалится еще, а у него дети маленькие, он молодой совсем парень. Вот, и он такой, знаете, такой растерянный. Тут ребенок такой, пап, ты куда? Он на этом, на велосипеде, ну, такой велосипед без педалей. И он такой, не знает, что ему делать. Я говорю, да не переживай, говорю, присмотрю за твоим ребенком. Он такой, спасибо. Вот, и это. Ну, в общем, перелез. Я у ребенка спросила, говорю, а где твоя мама? Ну, надо же как-то общаться с детьми. Он на работе. Я говорю, и этот братик твой маленький, он говорит, с мамой. Интересно, где мама работает, что может с ребенком находиться. А что тут у меня? Горит. Тостик сделала себе. Вот. И ребенок такой болтливый. Вот мы собрались к маме идти. А что-то папа не идет, но он, видимо, не понял, что у них с дверью что-то случилось. Ну, маленький еще. Вот. А папа нас что-то, я говорю, да сейчас вы пойдете. Вот он ключи дома забыл. Он, а как? Я говорю, ну вот так вот забыл. Вот. И все. И пришел. Смущенный весь. Ой, спасибо. Ля-ля-ля, ты поля. Я говорю, совсем бывает. Все лазили так. Ой, представляете? Вот такие дела. Хотела сейчас пирог забацать, но у меня форма для выпекания очень огромная. Я, знаете, что придумала? Сейчас заеду. У нас же воскресенье, у нас обычно же в Испании по воскресеньям все магазины закрыты. Но перед праздниками, вот такими рождественскими, новогодними, воскресенье все открыты. Поэтому я сейчас заеду в китайский и куплю себе маленькую форму для выпекания. Потому что вот прям она мне очень нужна. У меня есть, но она огромная. Китайский или в Алькампу заехать. Даже не знаю, куда мне лучше заехать-то. Хотя одно и то же все из Китая. И что в Алькампу, что везде там. Кстати, муж вчера принес. У нас есть вот такие вот сладости рождественские. Вот, они, их делают монхи, монашки. Готовят монашки, все, тут при монастыре они живут, их никто не видит, они не выходят из своего монастыря.
И вот они таким образом зарабатывают. Там специально у них такой продажи есть. У них, знаете, окошко такое, и вот с крутящейся фигней. Они туда кладут продукты, вот так вот тебе вы берете, кладете деньги, и вот они вот продают всякие вот такие вкусняшки. Видите, они без познавательных знаков. Я рождественские вкусняшки не люблю, это муж принес. Вот, он такой говорит, хочешь, а то я сестре отнесу. Он знает, что я их не очень люблю. Зачем ты добрал? Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, что тут есть. Я говорю, я подожди, я переберу, а потом, говорю, отнесешь, что я не люблю. Вот. Вообще у них пользуются спросом вот эти всякие монашеские. Здесь написано «Гранада». Все дела. Знак вот этот вот. Так что монашки тоже зарабатывают. Даже по телевизору показывали, как они все это делают. Ну, там не все же, которые вот типа скрываются. Но мне кажется, я тут ничего не люблю. Какая-то конфетка. Что-то. Тут какой-то что-то. Какая-то сладость. Но это может быть я съем. Вот это песочное печенье. Это я тоже люблю. И это люблю. Это, по-моему, мацапан. Это муж любит. Вот это тоже я. Это какая-то, смотрите, должна быть вкусная. Это точно нет. Это тоже мацапан. Муж любит. Это тоже какая-то штучка. Это мацапан. А это что такое? Это, по-моему, безе. Тоже мы такое любим. Ой, развалилась. Безе с кокосом. Очень вкусно. Безе с кокосом. Ой, как вкусно. Это я такое люблю. Вот эти не люблю. Монте-Карло не люблю. Вот эти люблю. Это тоже можно попробовать. Вот эти вот не люблю. Вот эти тоже не люблю. Короче, вот это все не люблю. А вот это все люблю. Это отправляется к сестре мужа. В пакетик надо сложить. А это нам. О, блин, вот это такое вкусное. Это как десерт Павлова. Зато натуральный продукт. Блин, а зачем я тост сделала? Можно... Давайте еще вот это попробуем. Что это за яйцо такое? В прямом смысле яйцо. Нет. Это, наверное, тоже яйцо. Это, наверное, я такое не люблю. Вот это отправляем к сестре. Потому что я такое. Вот это, наверное, тоже подобное. Тоже отправляется к сестре. Потому что я такое, наверное, точно не люблю. Давайте вот эту конфетку попробуем. Это вкусная. Всего одна почему-то. Вот это вкусно. С орехом что-то. Что-то твердое. Мукбанк небольшой. Вкусно. Очень вкусно. Ну все, на этом
У нас в России есть такие тоже, как ореховые кольца. В общем, тост не знаю, зачем сделала. В общем, вот такие дела. Сейчас еду в китайский за формой. Для пирога. Я уже не знаю, куда идти гулять, потому что везде стреляют. Я, кстати, выяснила, что это за стрельба такая. Мне больше не тебя стреляют. Это пуговки такие для птиц ставят. Представляете, сроду такого не было. А это... Просто у меня клиентка вчера такая говорит... Что ее собака тоже, у нас там на пляже, где я работаю, тоже вы поставили, говорит, и каждые с периодичностью, там 2 минуты, или здесь вообще, по-моему, каждые полминуты, производится выстрел. Чтобы птицы там что-то посадили, и чтобы птицы вот это все не съедали, вот эти вот пугалки включили. И теперь куда ни пойди, везде эти пугалки стреляют. А Чарли не хочет гулять с пугалками. Не тихо. Да. И куда нам теперь идти? Да, стреляют. Пуф. Вот он сидит у меня. Вот так. И боится. Куда идти гулять, даже не знаю. Где не стреляют люди? И она говорит, что на пляже так стреляли, но люди начали протестовать и, в общем-то, перестали там стрелять. Куда идти? Везде стреляют, куда ни пойди. Такого раньше не было, чтобы такие пугалки. Представляете, а если рядом жить, это вот так вот целый день пум-пум-пум и пум. Это вообще можно пум-пум? Бесит. Я их спрашиваю, говорю, а где можно, куда можно это пожаловаться-то? Она говорит, ну где-нибудь, какие-нибудь социальные сети или там полиции. Трындец. Погуляла, называется. Блин. Я сейчас в китайском магазине. Здесь чего только нету. Смотрите, вот эта штука. В писсуары. Представляете, ароматическая. Аромат издает. Это вот тут вот. Я не знаю, у кого-нибудь есть в домах писсуары. Ой. Зачем я сюда зашла? Ну, просто посмотреть. Ой, для фенов даже, смотрите. Я помню, когда парикмахерскую открывала в свое время, искала для фена. И вот, оказывается, тут все есть. Я говорю, здесь только черта лысого нет. И то, если поискать, найдешь. О, кстати, надо мне ёршик взять новый. Какой-нибудь обычный всегда беру. А если у вас мерзнут дети, то можно прийти в китайский и купить со смехом люфчик. А если у вас попа мерзнет, то можно вместе с трусами. Ах, нет, попа не годится. Только пися. И то не достает. Ну вот как-то так. Зато люфчик со смехом. Круто же. И красный на удачу. Купила вот такая форма. Я ее уже помыла. Она идет с крышечкой. Вообще зашибительская. Мне вообще нравится кристальный... Ой, кристальный... Ну да, кристальный. Стеклянной формы. Смотрите, идет с крышечкой. Круто, да? Можно даже отдельно ее использовать. Она как сковородка такая. В общем, вот. И я прям подумала, мне идеальна эта форма. А еще и с крышечкой. Круто же. Так что будем сейчас пирог делать. Сейчас я форму маслом сливочным немного обмажу. Если, конечно, на... А, да, есть. Вот. Прям чуть-чуть, капельку. Чтобы пирог не прилип. Вот так масло... И сейчас отправлю в микроволновку, чтобы оно разогрелось прям там. А здесь у меня 2 яйца. Так, надо пониже сделать. 2 яйца. Добавлю сейчас сметану.
сметанки добавлю. Пару ложек. Можно сливки. У меня вот остались, я их использую. Все. Это у нас будет заливка для пирога. Сейчас размешаем все это. Посолю немножечко. Поперчу. Чтобы вкусненько было. Чесночок сушеный засыплю. Чтобы уж совсем вкусно было. Это в холодильник. А это размешать надо. Просто вот так вот. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. И заливка готова. Я уже с утра сделала фарш. Ну как сделала? Здесь полкилограмма фарша, маленькая головка лука и 2 зубчика чеснока. Соль, перец, специи по вкусу. Все это пожамкала. Щук-щук-щук-щук. И все. И стояла вот полчасика. Так, это мы сейчас... Ой, что-то не это. Ну ладно. Вот так пожмакаем. Вот так вот. И наша форма готова. Пускай даже там это масло. Кашу маслом не испортишь. Правильно? Ой, а что я ее выбросила? Ее не надо выбрасывать, она нам еще понадобится. Так. Вот так еще намажем заливочкой тоже вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот. И будем сейчас делать наш пирог. Тесто фило, оно очень тонкое и быстро сохнет. Я буду брать, наверное, по 2 листа. Так вот. А остальное буду накрывать полотенчиком. Чтобы не высохло. Вот так вот прикрыла. Так, а это мы сейчас намажем заливкой. Вот так вот намажем, намажем. Теперь берем фарш и вот так вот тоже намазываем на один край, как ролл. У нас будет ролл такой. Как вкусно, вкусно пахнет фарш. Вот так вот у нас будет ролл такой. Можно, кстати, сыр туда забабахать, но мы будем без сыра. И закручиваем. Вот так вот. Такой рулетик. Рулетик, рулетик. Так. Теперь берем форму и укладываем вот так вот по форме. Вот видите? Теперь берем следующие 2 листа. И также, точно так же мы с ними вытворяем. Видите, какая она тонкая? Прям как бумага папиросная. Папиросная, папиросная. Вот так вот, чтобы не сохло. И повторяем манипуляции. Трин-трин-трин. Я художник. Я так вижу. Ну, короче, понял процесс, да? И теперь также вот укладываем ракушечкой такой вот. Ракушечкой. Вот так вот. Плотненько, чтобы было все. А сейчас будет импровизация, потому что у меня вот все уже вот так. Осталось буквально на один раз вот этих вот листов. И фарша тоже на один раз. Поэтому сейчас что-нибудь придумаем, тоже куда-нибудь их прилепим. Мы будем делать вот так. Вот так. Сюда положим мясо в центр. И вот так вот будем
скручивать. Так. Скручивать. Что-нибудь, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот так вот. О! О, красота какая. Теперь вот это вот смажем. То есть даже выльем заливку. Вот так вот. Сверху наш цветочек. Вот так его тоже. Ой, ну блин, ну красота ж получится, а? И тоже вот так вот заливочку туда на него. Все это размажем. Духовка уже разогревается на 180 градусов. И в духовочку минут на 40. О, красота сейчас какая будет, а? Смотрите, какая красота получилась. Пирог какой. Сейчас я вам его в разрезе покажу. Хрустит. Недорезанный, недорезанный или дорезанный. Оля-ля! Так, он, по-моему, не допекся. Отправляется допекаться. Ну вот, теперь уже совсем другое дело. В общем, 50 минут нужно ему готовить на 180 градусов. Я себе вот еще салатик сделала. Здесь авокадо, помидорчик, лук и анчоусы. Все, всем приятного аппетита. Смотрите, какая красота. Я, как всегда, забыла про грибочки, а я уже поела. Блин, ну на завтра тогда откладываются. Они, наверное, уже с чесночком такие вкусняцкие. Сейчас попробую. Обожаю грибы. Забыла. Чарли не захотел на пляж идти. Ох, тут. Ну, а я без Чарли пришла. Здесь только народ там гуляет. Прям вообще очень странно. Погода вообще классная. Но эти хлопушки и бугалки стреляют и стреляют. Это просто невозможно с ним гулять на пляж. Смотрите, сколько народу. И я даже выходила на улицу, он на кровать убежал. Лишь бы только я его с собой не взяла. Фу, жарко так. Я вот тут иду в одной этой. И жарко. Люди вон босиком там идут. Сняли обувь. И гуляют босиком. Там рыбаки, а там вообще семья сидит, загорает. О, блин, правда жарко тут. В общем, вот так вот, Чарли мой. Мне так жалко его. Прям, знаете, как будто я его предаю. Тут хожу, гуляю, он там сидит себе дома. Сам так хочет. А я же тоже не буду сидеть дома, как не гулять нравится. Я дома не могу сидеть. У меня сразу это начинает все болеть. Такие вот дела. Такие вот у нас погулялки. Пошла я сейчас. Сестре позвоню. Натали. Удали мои печали, Натали. Сейчас буду тебе звонить. Попробуй только трубку не снять. А там кто его знает, может занят. Как вы могли бы заметить, я уже сходила в душ.
Нанесла себе масочку. Ну, стоять. И буду сейчас чай. Я тут заварила его уже. Пару часиков назад. Сейчас опять буду греть чайник. И разбавлять. И добавлю шиповник. Витаминная бомба, как всегда. В общем, с вами я включилась, чтобы пропрощаться. Завтра у меня много планов. Так что подписывайтесь на мой канал на YouTube. И пишите ваши комментарии. Как у вас настроение? Новогоднее, не новогоднее? У меня нет, не новогоднее, потому что не новогоднее. Хотя всякие там лампочки включаю, все дела, но как-то не знаю. В общем, ладно. Аппетит приходит с едой, как говорится. Как будет Новый год, тогда и будет настроение, правильно? Всего самого лучшего и всем пока-пока!